Лето, пора отпусков и незабываемых путешествий. Готовясь к поездке, мы стараемся предусмотреть все. Обдумываем вопрос хранения документов и денег, приобретаем страховку на случай непредвиденных обстоятельств, собираем аптечку и складываем в чемодан все, что может понадобиться в поездке. Но часто забываем, что не менее важно подготовить свой организм к перелету в страну с другим часовым поясом. Бессонница, усталость, головная боль, раздражительность, проблемы с координацией, пищеварением могут испортить все впечатление от отпуска. Заранее узнайте часовой пояс страны, которую вы собираетесь посетить, и за пару недель до вылета начните понемногу менять свой режим. Сократите, а лучше полностью исключите из рациона кофе и алкоголь. Пейте больше воды и пересмотрите свое питание, снизив потребление жирной пищи. Если вы нуждаетесь в регулярном приеме лекарств, необходимо заранее проконсультироваться у лечащего врача и составить новый график приема препаратов. Уже в самолете переведите стрелки часов, и это позволит подсознательно начать адаптироваться к новым условиям. Не забывайте разминаться, если полет дольше 3 часов. Пейте больше воды и периодически увлажняйте кожу кремом или лосьоном. Прилетев днем, постарайтесь лечь спать только вечером. Если же вы приземлились ночью, заставьте себя отдохнуть, даже если не хочется. В первые сутки необходимо воздержаться от кофе и горячительных напитков, употреблять легкую привычную пищу, избегая экзотических блюд местной кухни, и пить как можно больше воды. Организму нужно 2-3 дня, чтобы адаптироваться к новому режиму. Исключите на этот период активные физические нагрузки и не занимайтесь делами, которые требуют повышенной концентрации. Внимательно прислушивайтесь к себе и своим ощущениям. Именно от вашего самочувствия зависит качество отдыха и впечатления, которые останутся у вас на весь год.